Здравствуйте, ребята. Одни из самых красивых экзотических птиц – попугаи. Они поражают своей сообразительностью, общительностью, веселым нравом. Умные и забавные, они пользуются большой популярностью в качестве домашних любимцев. Разнообразие этих птиц огромно, от крошечного дятлового попугайчика до гигантского ара. Умение попугаев воспроизводить звуки человеческой речи делает их персонажами литературных произведений и мультфильмов. Всем вам хорошо известен попугай Кеша из цикла мультфильмов под общим названием «Возвращение блудного попугая». Еще один попугай стал популярным после выхода в свет мультипликационного цикла «38 попугаев», снятого по сценарию писателя Григория Устера. А в книге Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ» пират Джон Сильвер владел попугаем по кличке Капитан Флинт, который умел кричать фразу «Пиастры! Пиастры!». Многое о попугаях вы можете узнать из книги Дэвида Элдертона «Птицы. Визуальная энциклопедия». Вот такая красивая книга. А сейчас я предлагаю вам сделать вот такого попугайчика Кешу. Для этого нам понадобится цветной картон, цветная бумага, белая бумага, клей, карандаш, скотч и две трубочки диаметром 1 пошире, 2 чуть-чуть поуже, чтобы одна входила вот в другую трубочку. Смотрите как. Вот такие две трубочки коктейльных. Итак, приступим. Вырезаем вот такого попугайчика. Вот такого. Затем вот вырезаем вот такие крылышки капельками. Попугайчика можно взять разного размера. К хвостику мы вот такие детальки меряем. Хвостик и вырезаем вот такие детальки к хвостику. С обеих сторон приклеиваем. И приступаем. Берем полосочки и приклеиваем к хвостику. Вот так. И синюю полосочку. В конце хвостик можно не приклеивать. Вот оставить вот так. И с обратной стороны также. Голубенькую полосочку. Можно взять другие цвета полосочек. Так. Здесь можно оставить. Получаем вот такой хвостик. Затем мы приклеим вот такие глазки, вырезаем и приклеиваем с обеих сторон попугайчику. Вот так. И с обратной стороны. Такие глазки. Берем вот такие глазки. Можно нарисовать черные кружочки, а можно взять клеящиеся глазки. У меня клеящиеся глазки. И приклеим их сюда. Вот так. И с другой стороны. Вот получаем вот так, да? Вырезаем вот такой клюв из оранжевой бумаги с двух сторон и приклеиваем. Вот так. И с обратной стороны.
такой клюв получаем. Вот такой клюв получаем, да? Затем вот эти крылышки мы берем, немножко складываем вот вновь вот так и приклеиваем. Смотрите, что у нас получится. Также крылышки приклеиваем с обеих сторон, вот здесь. Так, и приклеиваем их вот сюда. Так, хорошо делаем линию вот здесь, так, прижимаем, чтобы... Так, и второе крыло. Равномерно, чтобы у нас было вот так. Вот у нас получается такой попугайчик. Затем берем тонкую трубочку, вставляем ее вот между сюда, ближе к крылышкам, и закрепляем скотчем. Сейчас я покажу, как. Например, вот так аккуратно сейчас закрепим скотчем. Закрепить нужно аккуратно, чтобы трубочка не выпадала. И с обратной стороны закрепляем. Вот так. Трубочку мы разрезали. Вот видите, вот так же. Это пошире трубочка у нас. Вставляем ее вот в эту трубочку также. Как вот и это с двух сторон получается у нас. Вот так. Вставляем. И сейчас у нас будет попугай. Полетит. Будет махать крылышками. Вот смотрите. У нас получается попугайчик. Вот здесь посильнее мы прижимаем. И попугай у нас полетел. Вот такого попугая Кешу мы с вами сделали. Спасибо за участие. До свидания.